В зале детско-юношеского спортивного центра состоялось первенство города по спортивному туризму в памяти Константина Мустафы. Чтобы попасть в тройку лидеров, участникам пришлось пройти немало испытаний. На старт вышли больше 100 участников. На построение в экипировке. Настраиваться на победу нужно сразу, говорят юные альпинисты. Больше сотни детей готовы пройти дистанцию первенства города по спортивному туризму памяти Константина Мустафы. Задача каждого спортсмена – справиться с волнением, справиться с собой, победить себя, с соперником справиться, показать хороший результат. Разминка перед восхождением – обязательный пункт. Об этом знают даже юные туристы. Умение веревки эти все маркировать, ну и лазить. На скалах сложнее, чем тут, потому что там надо камни найти, на которые можно зацепиться. Одни покоряют скалодром, другие спортсмены проходят полосу препятствий. Встречный проводник, обезьянье плетение, восьмерка и стремя. Название узлов. В походных условиях туристы должны уметь их вязать, говорят судьи. Дарья Хребкова пробует свои силы в соревнованиях впервые. Занимается туризмом только 2 месяца. Этого времени хватило, чтобы ловко справляться с множеством веревок, креплений и зацепов. Я очень волновалась, мне было очень сложно. Я думала только, чтобы быть побыстрее. Судьи следят за техникой выполнения и временем. Дети учатся на своих ошибках. Для меня это такие же тренировки. Я пытаюсь выкладываться по полной. Вот сегодня я пробежала лучше, чем на тренировке. Я очень рада этому результату. Победителями первенства в разных классах стали Юрий Токарев, Снежана Раледер, Арина Пащенко, Кирилл Петров, Вера Сафонова, Денис Давыдов, Алина Ронина и еще десяток призеров. Состязание показало, кто поедет защищать честь города на областных соревнованиях. Вера Фефилова, Александр Ерошкин, Новости Плюс.